Не будем долго держать интригу. Скиф в плей-офф не сыграет. Оба матча против Горного проходят по одинаковому сценарию. Скиф получает солидное преимущество, но разбазаривает его. В первом матче скифянки ведут 3-0, но по ходу приходится еще и отыгрываться. На последней минуте удается перевести игру в овертайм, после чего нижегородки побеждают в серии буллитов. Во втором 2-0 по ходу и снова овертайм. Победу в нем приносит именинница Лидия Малявка. В женском хоккее за победу в основное время начисляются 3 очка. Во всех оставшихся матчах для того, чтобы сохранить шанс на выход в плей-офф, Скифу нужно было побеждать в основное время. Поэтому уже после первого матча против Горного становится ясно, в полуфинал ЖХЛ Скиф не выходит. Да здесь много факторов. Я вам сейчас, если буду говорить, я сейчас минут на 40 буду рассказывать, если не на 2 часа. Сезон, да, мы провалили, сами виноваты. Поэтому последние игры боролись, вот где-то что-то не получалось. Но будем доигрывать, на 2 игры осталось, будем проявлять характер и бороться до конца. Выводы уже делаются. В том числе для этого в команду возвращается Владимир Голубович, экс-тренер «Скифа», теперь будет работать на должности генерального менеджера. В его задачи входит координация всех команд системы клуба, от школы до основного состава. Проанализировать и сделать переоценку, я думаю, прежде всего игрокам, самим себя. Вот это нам нужно всем сделать. Я не думаю, что причина там в предсезонной подготовке или в тренере. Я думаю, что у меня больше претензий к самим игрокам. Это означает, что, скорее всего, будут изменения в составе. Шансы проявить себя у игроков в этом сезоне еще будут. 19 и 20 февраля 2 выездных матча против претендента на четверку «Бирюсы». Александр Быков, Михаил Городников. Время новостей.